В эфире национального телевидения Чувашии премьера новой детской программы. А сегодня у нас по календарю День Чупа-Чупса! Ура! Детская программа «День пельмень». Наши юные коллеги решили отмечать свои праздники, причем очень необычные. День короля, день лень, день зеленки и, конечно, день пельмень. Лень легко побеждать, когда папа ремень достает и шлепает тебя по попе. Меня уже мазали с головы до ног зеленкой, и я был как олень, и у меня даже фото такое есть. Главное в доме мама, потому что она может выгнать из дома. Смотрите, рассуждайте и веселитесь всей семьей. С 12 марта каждый день по будням только на НАЦ-ТВ.